В родовое отделение и ясли превратился первоуральский питомник «Гуфсин». За год здесь появились на свет 51 щенок. Все они будут нести службу в самых разных уголках России. Сейчас в питомнике живут 19 собак. 6 из них появились на свет всего месяц назад. Причем одновременно. Их мамы – немецкая овчарка «Инфинити» и среднеазиатская овчарка «Дар Медичи Ламбада». Сейчас все собаки проходят курс общей подготовки. Учатся ходить рядом, приносить предметы и выполнять команду нельзя. Специальные навыки они освоят уже в месте несения службы. На работу их возьмут, когда им исполнится 9 месяцев. Племенной питомник на территории первоуральской колонии поселения появился несколько лет назад. Здесь разводят щенков немецкой, среднеазиатской и кавказской овчарки. В ближайшее время планируют разводить еще и бельгийских овчарок. Сейчас щенки из нашего племенного питомника несут службу в Омской области и Пермском крае.